Сегодня стартовало важнейшее событие в жизни нашей страны – выборы президента России. Голосование будет проходить 3 дня с 15 по 17 марта. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов призвал жителей республики прийти на избирательные участки и проголосовать. Каждому из нас предстоит внести свой личный вклад в дальнейшее развитие нашего государства, отдать голос за будущее России, сделать выбор в пользу процветания и благополучия нашей Родины. Накануне президент России в своем обращении подчеркнул, что единственным источником власти в нашей стране является народ, и именно мы, граждане России, определяем судьбу Отечества. Мы не просто отдаем свой голос, а твердо заявляем о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее. Скажу без преувеличения, каждый голос важен, и выбор по итогам голосования определит дальнейший вектор развития нашей страны. Присоединяйтесь к голосованию, вместе выберем сильную, успешную и процветающую Россию, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов.